Привет всем! Интернет-магазин «Автоток» представляет вашему вниманию новинку. Это штатная магнитола для автомобиля Toyota CHR. Так она выглядит. Пластиковый корпус, повторяющий форму головного устройства. С установкой проблем не возникает, все стоит без щелей и зазоров. Подключение пин-ту-пин, наличие специальных фишек облегчает подключение к сети автомобиля без вмешательства в проводку. Дисплей 9-дюймовый, имеет тачскрин емкостный, прекрасное управление, чувствительность, не залипает, не зависает, все двигается, нажимается плавненьким нажатием и проведением, соответственно, пальца. Вот. Наличие сенсорных кнопок также обеспечивает хорошее управление в темное время суток, поскольку имеет подсветку. По характеристикам данная магнитола обладает стандартной конфигурацией вполне. Это наличие 4-ядерного обновленного процессора с хорошей частотой. Android версии 8.1, гигабайт оперативки. В общем, вполне себе неплохая магнитола. Хорошая замена штатному устройству. Присутствует также навигация. Возможность установки различных навигационных систем, таких как Navitel, Яндекс, Google карты и множество других. Что позволит вам лучше ориентироваться в пути. Bluetooth, синхронизация с hands-free гарнитурой, смартфонами различными. Есть возможность подключения также ОБД-адаптеров для диагностики автомобиля. Ну и множество других устройств, которые поддерживают, собственно, Android по Bluetooth. Радио, встроенный радиотюнер, отличный прием сигнала. Усилитель серии TDA стоит. Хорошее воспроизведение звука, даже на штатных колонках. Также присутствует эквалайзер, довольно-таки, скажем так, дотошный. Много полос, тут нужно настроить звук под себя, как вам удобно. Аудио-видеоплеер, само собой, поддержка большинства форматов медиафайлов, как с внутренней памяти, то есть загрузка на 16 гигов встроенной памяти, так и с внешних носителей типа USB. Тоже касается и аудио, и видеоплеера. Он у нас где-то здесь, вот он. Хорошее качество картинки, как можно видеть. Разрешение 1024 на 600 пикселей, что вполне себе дает отличную картинку, цветопередача на высоте, все плавненько идет, и даже можно смотреть видео в Full HD формате без потери качества. Наличие RCA, RCA кабели, это возможность подключения камер. На новых машинах, возможно, идут уже встроенные, но если вам дополнительные нужны, то всегда можете установить, поскольку у нас еще и на сайте есть большой выбор таких камер, универсальных, штатных, то есть очень можно много чего подобрать и установить на машину вам дополнительный обзор. Также есть возможность еще установки различных дополнительных устройств, таких как ТВ-тюнер, то есть для возможности доступа к цифровому телевидению. Что еще? Колонки, дополнительная акустика, сабвуферы, усилители. Все это есть на сайте, у нас можете посмотреть. Play Market, установка приложений различных для, скажем так, расширения функционала магнитолы. Настройки кнопок руля, очень удобная вещь в дороге, помогает переключать частоты, громкость регулировать в машине, не отвлекаясь от дороги. Ну, Chrome браузер, само собой, в интернете, чтобы можно было посидеть, что-то поискать или посмотреть. Для доступа, собственно, в интернет есть возможность подключения к сети Wi-Fi через меню настроек, либо через установку дополнительного USB модема, через USB, само собой, и доступа к интернету напрямую. Вот такая магнитола, хорошая, качественная. 6 месяцев гарантия на нее. Доставка по всей России имеется, оплата наложенным платежом. Техническая поддержка есть от менеджера, если какие-то вопросы возникают касательно установки, либо эксплуатации, то можете позвонить и уточнить. В комплектацию входит само головное устройство, оно тонкое. Если у вас за панелькой мало места, подойдет как раз. Фишки подключения. Так, дополнительные провода. Это такие, как USB кабели. Тюльпаны RSA. Они подписаны, так что не возникнет вопросов, куда что подключать. И GPS-модуль для усиления сигнала. Ссылка на магнитолу будет под видео. Если имеются вопросы, задавайте в комментариях. Спасибо за просмотр.